Привет, рыбачки! Сегодня видео такое, распаковка посылки. Посылка, правда, не из Китая, как я уже делал видео, а из Японии. Значит, сами понимаете, время сейчас такое, все дорого, снасти дорого. Вот начал я искать пути заказа из Японии на японских сайтах. В общем, и пробная моя, скажем, мой заказ был с сайта digitaka.com. Вот, я заказывал там плетню. Значит, плетенка. Ну, сейчас покажу, давайте распаковывать. Вот она посылочка. Вот он. Отправка. Япония, Digitaka. ИМС почтой. То есть здесь... Три катушки плетеной лески от компании Sunline. Значит, такой пакет, все было упаковано достаточно неплохо, ничего не порвано. Так, убираем. Ну вот что остается. Значит, что тут у нас? Реклама снастей, какую-то брошюрочку они положили. Ну, типа как фотография, типа как мою. Ну, вот смотрите, digitaka.com. Как мою посылочку они собирали. Вот здесь даже фотография. Ну, это рекламный проспектик, это нас меньше всего интересует. И вот, наконец-то, упаковано вот в такой вот пленке. Пупырчатый достаточно хорошо. Очень надежно, для плетни очень надежно упаковано, я могу сказать. То есть вот такая вот толстые такие пузыри. Ну и вот она, долгожданная плетеночка. Вот она. Это Sunline PE Edge ULT. Новинка 2016 года, четырехжильная. Размотка 180 метров. Значит, все они, все три одинаковые. Заказывал я для троих человек. Вот. Собственно говоря, что заказывал, то и пришло. Вот. Почему решил заказать там? Ну, потому что, во-первых, и самое главное, определяющим фактором стала цена. Вот. Цена... Значит, какая? У нас в магазинах вот эта новая PE Edge ULT, ну, где-то стоит 3100-3200. Ну, минус там 10% скидка в магазине. То есть получается где-то в районе 2900. 2900 за вот моточек лески вот такой. Вот. Значит, ну это дорого, конечно, хочется хоть что-то сэкономить. Вот нашел я digitaka.com. Вот он сайт. И заказал, пожалуйста, 3 PEG ULT Sunline 1.2 толщина, 180 метров размотка. В общем, обошлась мне эта плетня вместе с доставкой. Доставка платная, ИМС почтой. Вот эти три мотка, три катушки, 6150 рублей. То есть один моточек получился 2050 рублей с учетом доставки из Японии. То есть, ну, я считаю, что с трех мотков сэкономлено 3000 рублей, если бы я брал их в магазине у нас здесь, в России. Вот. Поэтому, как бы, можно заказывать. Это первый мой опыт такой заказа в Японии. Очень понравился, без проблем. Привезли домой прямо, наша почта. Я вышел, расписался, забрал посылку. 7 дней. В общем, сегодня 10 число. 2 числа, 2 марта 2017 года был сделан заказ. 3 марта он уже был отправлен из Японии. Пришел трек-номер. И вот сегодня 10 марта, во второй половине дня, мне позвонили с Почты России и сказали, что собираются привезти мне посылку, как бы, когда я буду дома.
В общем, плетеночку привезли, я очень доволен, очень доволен. Две штучки уходят моим рыболовным товарищам, рыбачкам. Ну и одну я намотаю на свою катушку, буду пользоваться ею. То есть уже был опыт использования именно OLT, P-Edge, правда, предыдущего поколения, тоже четырехжильный, 0.8, правда, потоньше. Очень понравилась плетня. Также был опыт использования PE-Edge HG, правда 120 метров размотка, без вопросов. Плетня нравится, как бы, ну, и ценник, соответственно, тут все решает. В общем, вот такая посылочка из Японии. То есть, кому будет интересно, пишите комментарии, пишите сообщения, там мне, может, в личку, я не знаю, помогу. С заказом объясню, расскажу без проблем. То есть это касается не только плетни, но и всего остального. Там спиннинги, различные воблеры, снасти, всякие рыбацкие принадлежности. В общем, все. Все, что угодно из Японии, заказывайте самостоятельно, экономьте деньги. И всем ни хвоста, ни чешуи. Все, пока.